Последнее время папа Мирона постоянно работает, а мы с Мироном скучаем дома. Ну и раз нашего папу никуда не вытащить, мы решили, что поедем вдвоем кое-куда. Без папы будет ехать сложновато, поэтому берем с собой минимум вещей и прогулочную коляску. А где коляска? Кажется, мы потеряли ее при переезде. Но Мирон быстро решил эту проблему. Купил новую коляску. Не отменим же мы нашу поездку. А новая-то коляска оказалась не хуже прежней и очень удобной. И с ней я точно справлюсь одна и без мужа. Ведь коляска очень легко складывается. А куда и зачем мы поехали с Мироном, смотри в новом влоге на нашем канале.